Здравствуйте, с вами канал NameDB. Наступающий 2022 год «Водяного тигра» обещает быть очень насыщенным, что и неудивительно. В восточной астрологии это животное символизирует достаток, неимоверную силу, щедрость, а заодно и успех. Иными словами, тигр должен сделать 2022 год максимально успешным. Ну а если верить астрологам, то некоторым знакам зодиака повезет уже в самом начале наступающего года. И в этом ролике мы расскажем об этих счастливчиках. Овен. Пора шевелиться и зарабатывать. Если верить астрологам, то уже в самом начале 2022 года Овнам очень сильно повезет. И особенно повезет в финансовой сфере. Большинству представителей этого знака зодиака удастся улучшить финансовое положение и обрести что-то новое. Получить прибыль от проекта, на который вы уже давно перестали возлагать надежды. Или просто продвинуться в профессиональной сфере с последующим поднятием уровня финансового положения. Близнецы. Пора собирать урожай. Представителям знака зодиака Близнецы тоже может сильно повезти в первые месяцы 2022 года. Водяной тигр может одарить такими успехами, о каких вы даже и не мечтали. Но главное не это, а то, что уже в январе и феврале вы можете начинать собирать урожай, получать прибыль от той работы, что была проделана в конце 2021 года. Ну а пока еще год не закончился, если есть возможность, поработайте так, чтобы получить прибыль в начале следующего года. Рак. Пора действовать, а не говорить. Представителям знака Рак водяной тигр поможет в достижении многих целей и решении большей части сложных задач, но только при одном условии. Если вы будете трудиться и стараться, вложите в работу все силы и постараетесь, а не просто будете слепо делать то, что говорят. Не стоит ждать поблажек, не стоит рассчитывать на удачу. Тигр вознаградит вас только в том случае, если увидит, что вы этого достойны. Хватит ждать, начинайте действовать. Лев, удача будет следовать за вами по пятам. Львам тоже должно повести в начале 2022 года. Уже в первые месяцы вы можете добиться такого успеха в своих делах, о каком и не мечтали. Причем удача может затронуть все сферы жизни. Тут вам может повести и в профессиональной сфере, если потрудитесь в конце 2021 года, как полагается, и в личной жизни, если пересмотрите свое отношение в целом, и во многом другом. Но будьте осторожны, тигр не позволит вам рисковать, и любые риски будут убыточными. Тщательно все планируйте, и тогда удача будет сопутствовать вам во всех ваших начинаниях. Скорпион. В паре с тигром вы несокрушимы. Считается, что представители знака Скорпион очень сильны, морально устойчивые, целеустремленные, старательные и настойчивые. Ну а водяной тигр может дополнить все это своими чертами и подарить настоящий успех в 2022 году. Но только настоящей удачи стоит ждать лишь в первые два месяца года. В этот период постарайтесь поставить перед собой самые сокровенные цели и начать идти к ним. Трудитесь, позвольте себе не досыпать и уставать, но идите напролом. Тогда успех и удача точно будут с вами, а год будет максимально успешным. Стрелец. Пора стать серьезнее. Стрельцы не слишком серьезны, когда стоило бы, и не всегда идут напролом к своей цели. Но сейчас придется стать именно такими. Тигр не вознаградит вас, если не увидит ваших достоинств и стараний. Удивите его, станьте серьезнее, начните планировать действия и работать на перспективу. Хватит устраивать тусовки и относиться к обязательствам несерьезно. Если сможете, то тогда уже в начале года станете намного счастливее. А еще самое время попробовать наладить дела в личной жизни. В начале года у вас есть все шансы на то, чтобы все изменить. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB.
Спасибо, что вы с нами, и до встречи!